Всем привет! Сегодняшний ролик у меня навеян каналом от Мариши А и ее любовью разбирать все по датам, по срокам годности и стараться использоваться так, чтобы ничего не пропало, ничего не пришлось выбрасывать. Поэтому я решила, девочки, взять себе в руки и провести инвентаризацию в моих тканевых и кремовых масках. И сейчас я вам покажу, что же у меня осталось в запасиках. Во-первых, тут в моей кучке я обнаружила еще патчи под глаза от фирмы Garnier. Кстати, хочу сказать, вот тут, кстати говоря, видно срок годности, но тут так получилось. Но в основном все маски, которые я смотрела и выискивала сроки годности, чтобы поставить их по порядку, да, по мере того, как надо их использовать, к сожалению, я не нашла. Не на всех масках, поэтому я вам буду просто показывать их так. Да, а там, если вдруг где-то я замечу сроки годности, то, понятно, это пойдет вперед, а это, то, что даже закончится ближе, то, что... Ну, в принципе, я просто хочу показать вам, что у меня есть, и посчитаем потом какое-то количество. А также среди масочек для лица я обнаружила еще две маски для губ. Это такая маска для губ, медовый поцелуй, а тут у нас вот такой вот фирмы, такая красавица. Девочки, огромное спасибо всем за подарочки, многое из этого пришло на подарки. От фирмы DM Balea. Вот такая медовая маска. Я так понимаю, наверное, мед и авокадо. Тканевая масочка. Следующий вот такой вот подарочек еще от Cosmeblog. Галина, огромное тебе спасибо. Кстати говоря, только сейчас обнаружила, что это оказывается тканевая. Тут тканевая маска. А тут у нас есть еще какое-то средство. Кстати говоря, эта маска прилетела ко мне очень-очень давно, но срок годности у нее отличный. Аж до следующего года. Следующая масочка от Skin Tune. Маска для лица фруктовый детокс с экстрактами граната, инжира, винограда и витамина А и Е. Почему она у меня залежалась? Так как ее надо смывать. А я все-таки люблю маски, которые смывать не надо. Масочка от Dr. Jart Plus. Вроде бы это был подарочек от Леры Forever Addict. У меня была такая красненькая с такой капсулкой и еще что-то. Вот, я их уже использовала. Очень, конечно, приятные масочки. Не поспоришь. Маски, которые я заказывала когда-то на сайте iHerb. Они были разные. С алоэ вера, медом, гранатом, что-то еще. У меня почему-то осталось две с алоэ вера. В недавнее время я уже использовала с лимончиком, по-моему, из... алоэ вера, и вот у меня еще две масочки осталось. Искала сроки годности, не нашла, но они очень приятные. Буду все использовать теперь уже сама. Да, когда-то я покупала на подарки, но это было давно, поэтому не хочу как бы передаривать то, чему я не уверена. Еще две масочки покупала когда-то по совету Марк Кафман, да, или кого-то из вот таких блогеров. Вау, снимает покраснение, все супер круто, туда-сюда. От фирмы Benton, девочки. Ну, обычная тканевая маска, ничего такого. Я не знаю просто, насколько оно должно быть, лицо все в ранах, для того, чтобы это реально помогло. А так, обычная маска. Также с AliExpress в свое время заказывала вот такие вот масочки от Тони Моли. У меня был целый пакет, стоил буквально копейки. У нас каждая маска стоит 3-4 доллара. А там я, наверное, все маски купила там за 2 доллара. Ну, что-то вот такое было. То ли была черная пятница, то ли что. У меня осталась маска для эластичности с гранатом и с алоэ вера увлажняющая. Также недавно использовала с лимончиком. Вот, и что-то у меня было еще. С удовольствием их использовала. Дальше у меня идут две масочки от Garnier. Увлажнение и комфорт. Такая красотка. С ромашкой, я так понимаю. И вот такая вот зелененькая. Ну, тут написано питает, освежает и сжимает поры. Все маски от Garnier я просто-просто обожаю. Следующую масочку как-то покупала тоже у нас. Какая-то у нас фирма Bio Green. Потом я увидела, что да, в России эти масочки тоже появились. В принципе, я их покупала, по-моему, как-то на подарок. Но уже две из них я использовала в других вариантах. Вот теперь у меня еще осталась вот такая вот масочка. Я так понимаю, что это с улиткой. Следующие подарочки. От масочки от фирмы Люк. Сокращает мимические морщинки с пандочкой. Борется с акне. Так.
восстанавливает упругость и омолаживает. И еще четвертое, увлажняет и питает. То есть у меня тут целый комплекс из четырех. А теперь АПА. А это маска для губ и скраб. Гидрогелевый патч и скраб для губ. Вот это мы тоже положим сюда губам. Так как мы не рассматриваем свойства, просто возьму так вот кучкой. Масочка от Uni Look. Тканевая маска для лица, витамины лифтинг, сияние кожи. С растительным экстрактом розы, граната и лотоса. Вот такая красотка у меня есть. Следующая от Body Art маска для лица, лифтинг, также с гранатом. Ух ты, я вообще люблю гранат. Очень полезный. Так, подарочки от Мариши А. Inu Protinol Skin Hero. Гидрогелевая маска для лица, упругая кожа. Смотрите, как она красиво сверкает. А, красота. Масочка от Avon с медом. Масочка от фирмы V7 Deep Hydration, да, глубокое увлажнение. От фирмы B-Aqua, вот, тоже у меня подарочек подписан. От фирмы Mumumu Bio Balance, у меня уже такая была голубенькая, я уже ее использовала, очень классная. И вот такая от Farmstay. Девочки, вот только что обратила, что маска пробитая, потому что она течет с чем-то другим, вот это пойдет в следующее использование. Вот, не хочу, да, ну, я увидела. Там чувствуется, что жидкость есть, но тут вот я не поняла, когда она успела пробиться, вроде бы так все было аккуратно. Когда я снимала посылки, вроде было все нормально. Но, как всегда, как говорится, всякое случается, не знаю, может быть, я придавила ее чем-то, поэтому я ее сразу откладываю в сторонку, она пойдет первой в использование. В следующем от Avon Planet Spa райское увлажнение с маслом оливы, тканевая маска для лица. Я уже использовала, девочки, по-моему, вот такую. Там у них есть несколько вариантов. Это сияющее золото с ароматом дерева ут и янтаря, тканевая маска для лица. От фирмы Faberlic лифтинг экстракт граната. Вот, я вижу. От черного жемчуга сияние и увлажнение. И вот такая вот красотка. Те, кто видел, я недавно использовала масочку с фламинго. В этих масках, кстати говоря, жидкости нету, вот буквально для того, чтобы вот использовала на один раз, и все, наверное, она у меня пойдет в следующее использование, так как, да, то есть, получается, те маски там, где нет жидкости, где слить, то получается, она как бы разовая, а там, где я сливаю еще жидкость, то мне еще хватает еще на 3-4 дня, получается, у меня где-то одна маска растягивается на неделю. Так что вот эту я положу сразу за ней. Следующая, еще одна масочка от Garnier. Питание бомба с кокосовым молочком. По-моему, я уже одну такую использовала. Очень классная. Масочка от The Body Shop с витамином С. Еще не пробовала, но от всех продуктов я просто, девочки, в восторге. Просто в восторге. Это будет следующей. И еще у меня есть вот такие вот 4 масочки от фирмы Vilenta. Что это у нас? Это у нас легкая среда, маска для лица во время просмотра сериала. Активный четверг, маска для лица после занятия спортом с пионом и черникой. Так, зажигательная пятница, маска для лица перед вечеринкой. И романтическая суббота, маска для лица перед свиданием. Вроде бы, девочки, у меня было таких 2 набора. Я точно помню, что мне присылали 2 набора в подарок. Может быть, я уже один использовала полностью, потому что я вижу, даже здесь осталось только 4 маски из 7. Может быть, я где-то использовала, или они где-то затеряны. Если я найду, я обязательно, как говорится, это добавлю в какой-то ролик. Честно вам сказать, я думала их намного больше. Девочки, всего 35 тканевых масок. Это реально. Это реально сократить еще, так как у нас еще тепло. И я поставила себе такую цель. Пока теплая погода, использовать только тканевые маски на ночь, да, вместо вечернего ночного ухода. Ну, давайте перейдем теперь к кремовым маскам. Во-первых, я хочу показать, я даже не знаю, к чему это отнести, или это кремовая маска или нет, это для очищения пор, у меня вот такая есть. Вот такие еще 2 от Innisfree, также 3-ступенчатое очищение. И вот такие вот еще тоже 2 масочки для носа. Да, тоже, опять же, 3-ступенчатая штучка. Но я думаю, мы это с детьми разберем. Я даже это не буду в список вносить. Во-первых, у меня есть вот такая вот масочка. Это
ну, с углем. Глиняное с углем контролирует себум и очищает. Надо будет как-то начать ей пользоваться. У меня еще в таком вот формате есть масочка с медом. Я ее сегодня не принесла, так как она в моей, в моем уходе. Это я уже отснимала. То есть я сейчас показываю только запасы. Да? То, что у меня в использовании, я не показываю. Только-только запасы. Такой вот черный жемчуг. Двухступенчатая маска. Вот, девочки, ленюсь, поэтому она еще у меня живет. Маску, которую я заказывала 100 лет назад на сайте Lady Makeup. На польском сайте Lady Makeup. Глиняная маска L'Oréal. Когда это еще было очень модно. Вот это мультимаскинг, да. Разные маски на разные зоны лица. Так оно у меня и лежит. Тоже масочка, которая не относится к кремовым. Это уже маска для лица. Я вот думаю, знаете, что сделать? Ароматический пилинг для рук. Я думаю, использовать эту маску на ноги. Кстати говоря, я очень у многих девочек вижу вот эти вот маски на ноги. Да, вот такие вот, одеваете как бы пакетики. И оно там очищает. Вот есть у меня желание такое попробовать, но у нас я такого еще не видела. Следующая масочка от фирмы Belinda с манго. Также для меня это новинка. Belinda тоже вот у меня получается тут как трехступенчатая. Вот идет пилинг, серум, маска. Вот такая вот красота. Это моя подружка меня периодически балует всякими штучками. Продолжаю вот с такой вот масочкой от Cosmia. Против морщин, я так понимаю, да, anti-wrinkle. Дальше у меня есть вот такая вот интересная масочка Крио. Кстати говоря, я сейчас увидела, что это маска под глаза. Лифтинг эффект, интенсивное увлажнение, но так как она кремовая, использую сюда, и надо ее смывать. Вот это единственный минус. Но ничего, бывают такие дни, когда выходные, дома можно и побаловаться. И Biaqua Blueberry Jelly Mask. Это вот такая вот масочка, я так понимаю, она как гелевая. И вроде бы ее смывать не надо. То есть, в принципе, ее можно быстренько использовать. И вот такая вот трехступенчатая. И смягчает. То есть сначала как бы очищает, скраб и масочка. Супер. Ну, по-моему, это жидкость, да. Дальше у меня идут, девочки, вот такие вот как бы половинки от разных масок, так как мы с подружкой делились. И вот сейчас у меня вопрос. Да, у меня есть масочки вот такие вот, двойные. То есть считать каждую половинку отдельно или как один продукт? Наверное, то, что вот склепленное, это будет как один продукт. А это будет отдельно, так как у меня только одна половиночка. Это масочки были или присланы мне Марией Би Цезарь из Германии, или присланы мне подружкой на пробу, так я уже рассказывала в предыдущих роликах. Ее муж ездит по заграницам, Польша, Германия, Италия, Голландия, Германия, Испания, Швейцария, и привозит оттуда всякие вкусняшки. Да, и моя подружка со мной делится. Масочка от Shea Benz. Я так понимаю, глиняная, очищающая. Вот такая вот масочка. Золото. Это кусочек, я когда-то заказывала на сайте Lady Makeup. Тоже с польского сайта. Очищающая. Масочка от Evelyn. Hydra Detox. Вот такое ощущение, что это как пленка. Но опять же, это надо будет все проверять. Это я вам уже все скажу в пустышках. Вот такая вот масочка, это Peel Off, это маска-пленка. Как оно все красиво блестит и сияет, девочки. Еще одна маска-пленка. Это маска жемчуг и сияние. Вроде, да, пакетики похожи, а они все разные. Еще одна маска-пленка. Маска от Acne, масочка с ванилью и чем-то еще интересным вот таким. Вот такая вот красотка. Опять же, это все написано на немецком. С медом и молоком. Там, где понятно, могу вам сказать, все остальное проблемка. Так, это мер, наверное, с солью какой-то морской. Еще одна. Вот такая масочка от Evelyn. И вот такая вот очищающая масочка от Via Beauty. Это, девочки, еще не все. У нас также, у меня есть вот такие вот Sleep and Repair, ночная маска, которую смывать не надо. Вот такой кусочек мы уже с вами видели. Я так понимаю, вот с алоэ верой.
наверное, глиняная маска. Потом мы проверим, или она кремовая. Масочка с матчей, аж целых две. Масочка для губ, для области вокруг глаз и губ. Очень классная вещичка. Можно использовать как ночной крем, не обязательно как маску. Да, вот тогда она дольше хватает и нету такой жирности. Масочка от Балея с ягодками. Масочка с медом и молоком. Видите, где-то у меня есть половинка, где-то целая. Это уже маски от Исана. Масочка с витаминной. Это уже DM Балея. Еще одна ночная маска. Увлажняющая маска. Кстати говоря, она тоже, по-моему, не нужно ее смывать. Исана Гидро Бустер. От Балея две одинаковые масочки. И еще одна вот такая. То есть вот это вот все кремовые масочки. Да, каждый этап я записываю себе здесь на бумажечке. Потом я все вам покажу, девочки. Ну и новинки, которые ко мне прилетели вот буквально на днях с Украины. Сначала покажу вам вот такой вот от Stellary. Это мне прилетело с России. Огромное спасибо. Это капсула для омоложения кожи. Одна капсула, одно применение. Но иногда, девочки, бывает... Вы даже попробуйте, не слишком ли для вас жирно. У меня как-то были капсулы, я их делила на два раза. То есть мне хватало, то есть настолько оно было жирное и настолько оно хорошо разносилось по лицу, что мне иногда вот такой капсулки хватает на два, а то и на три раза. А также вот такой же марки Shea Benz. У меня здесь есть, правда, два вида. Вот желтенькие и красненькие. Я уточню у подружки, она со мной поделилась, что к чему. Вот такой вот overnight booster, да, как водичка, вот такая маслянистая водичка, которая хорошо задерживается в лице. Кстати говоря, тут тоже два разных вида, вполне возможно, что это разные виды. А также аж целых вот такие вот три масочки для области вокруг глаз и рта. Почему я это показываю отдельно, девочки? Потому что я хочу, это новинки, поэтому я их отложу, как говорится, да, на самый зад, скажем так. Вот такая вот масочка еще одна. У меня такая уже есть, как вы видели. Даже, по-моему, две. Масочка, пленка с медом. И две масочки от Garnier. Вот это новиночки. У нас они еще не появились. Одна против усталости, другая подтягивающая. Вот тут написано, что надо держать только всего 5 минут. Когда другие маски от 15 до получаса, кстати говоря. Да, то есть надо будет посмотреть, почему они... И тут из-за кислоты, а тут из-за витамина. Надо... Я спрошу свою подружку, сколько она их держала и как они были. Но обязательно-обязательно мы с вами их тоже потестируем. Итого. Да, мы можем подвести подсчет. Я вижу, выглядит это все, да, все разваленное. Не так все красиво, как у Мариши, а аккуратненько в коробочке. Но вы не переживайте, сейчас я это все сложу. Так как тканевые маски идут вперед из-за того, что у нас еще тепло, я буду продолжать использовать пока что тканевые маски, а кремовые маски перейдут уже на более теплый сезон. Ну и, конечно, как вы видите, с таким количеством масок я даже не знаю, куда использовать все мои серумы и крема для лица. Надо будет для них найти немножко времени тоже. Ну так, подведем итоги. У меня получилось, девочки, всего 37 тканевые маски. И 43 кремовые маски. Из них 16 вот таких вот половиночек. То есть не двойные, да. Получается, что они как бы уйдут больше. Предлагаю сама себе и вам вместе со мной открыть с первыми холодами новый проект. Кремовая маска в день, да. И посмотреть, сколько у меня уйдет кремовых масок за холодное время года. У нас есть... как бы, скажем так, ну не совсем проблемка, но особенности нашей страны, что у нас больше теплых месяцев, чем холодных. У нас где-то 3-4 холодных месяца, все остальное у нас тепло. Получается, что легких продуктов у нас уходит больше, чем более таких, знаете, кремовых, насыщенных, жирных. Даже зимой, в принципе, я не знаю, или многие любят пользоваться очень сильно жирными здесь продуктами, так как у нас нету холодов. Там, где мы живем, у нас нету снега. Зимой у нас дожди, летом у нас дождей не бывает. У нас где-то открывается сезон дождей конец октября, начало ноября. И, я не знаю, где-то там по апрель максимум. Вот.
Поэтому еще раз, все зависит от того, в какой стране вы живете, в чем у вас больше потребность. Ну, я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пишите мне в комментариях, как вы думаете, много ли это всего. Все вместе у меня выходит 80 масок. И капсулки я не считала. Капсулки – это как дополнение. Пишите свои комментарии. Буду рада вашим просмотрам, лайкам, комментариям. Обязательно всем верну просмотры. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока. Все-таки после ролика получилось у меня, девочки, разобраться с датами. Плюс-минус. То, что я не знала сроки, я поставила поближе. То, что со сроками. Вот, получается, мы будем идти слева направо. Вот все мои тканевые масочки. И это ближайшее будущее. Нам нужно с этим справиться. Все кремовые масочки я пока что отложила. И со сроками я там не разбиралась. Когда наступят холода, перейдем перебирать сроки в кремовых масках тоже.